Сейчас мы едем в Африку, в Австралию, в Бразилию, обычно самолетами и режем по воде. И вас зовут в Австралии, лучше, чем в Воронеже, нет города. Всем привет! Ну что, настал тот день, когда я все-таки решил ехать на дачу. Сегодня уже 26-е. Буду выдвигаться, а то там вода поднимается. Похоже, мне нижнюю пристань разбирать сегодня придется. Надо ехать смотреть, потому что вода прибывает сильно. Ну что, поехали. Барахла загрузил. Полную машину. Самое обидное, что дорога у нас до дачи, она умерла за зиму полностью. То есть, если на джипе я еще кое-как там ехал, то на этой машине мне сейчас придется там ехать очень с большим трудом. Ну, прямо очень с большим. Ой, все, вот отсюда дорога заканчивается. Какой кошмар. А воздух-то свежий какой. О, дружбанусь, Бонни бежит. Ну что, что ты, что ты? Гов-гов-гов. Ох-ох. Похоже, вчера кесть был здесь. Вода поднялась за 2 дня. Вообще колоссально. О, ребятки, я так чувствую, подъем воды серьезный. Прям у нас. Это второй случай, когда мы разбираем вот эту нижнюю пристань. И что-то мне подсказывает, что это еще не все. Вода прибывает пока. Ух! Ну что, немножечко тут поразбирался, понаводил порядок. Вода высокая, реально. В бане-то я уже тут порядок навел еще неделю назад. Сейчас вот кухней немножко позанимался, но еще кухню даже не разгреб. Только холодильник. Так, протер, продукты разложил. Ой, надо что-то перекусить будет. Кстати, пришла мне посылка очередная от подписчика, от Николая Шабатенко. Я уже показывал на видео его консервы. Вот приехала еще одна посылка. Вот такая вот, прям перед тем, как мне на дачу уезжать. Сейчас открою, посмотрю. Я ее просто привез на дачу, положил. И даже и это самое... Еще не открывал. Сейчас откроем. Ножичек возьму. Так. Ну что тут у нас? Я вот так поставлю ее. Газеты. Газеты — это хорошо. Газетами я буду разжигать печку. Газет много. О, что-то есть. Ха-ха, это что, интересно? Не знаю. Ой, какая прелесть. Коля, спасибо. Прям к моему приезду на дачу, так сказать. О, а это какие-то мясные чипсы. Я так чувствую, что сейчас я это продегустирую. И то, и то. Так, тут еще газеты. Газет много. За газеты спасибо. Еще одна бутылочка. Сейчас доставать будем. Так, смотрим. Еще одна бутылочка. Самогон домашний, но явно что-то с чем-то с другим. То есть цвет другой. Отлично. Так. Газеты. О! Нарезочка тоже какая-то. Судя по всему, тоже это сыровял какой-то. Сейчас попробуем. О! Ух ты! Борщ с говядиной. Смысл тот же самый. Налить 0,8 литра воды. Знаю я эти 0,8 литра. Смело 1,5 литра наливаю.
уже проходили, ребят. Уже готовил я Колины супы. У него скромно написано 0,8 литра воды. Я наливаю больше литра. Литр 200 наливаю смело. Кладу картошечку и добавляю содержимое этой банки. Пока что еще вот те супы, которые я готовил, мне оба понравились. У меня, кстати, еще гороховый суп здесь есть на даче. Я пока вот тут не обустроился, я, наверное, что-нибудь тоже приготовлю. И вот еще какая-то банка. Он говорил мне. Тут стоит буква L написано. Это что-то типа из лосятины. Тушенка, похоже. Тушенка из лосятины. Так, ну что, надо что-то попробовать, ребят. Все сразу тоже пробовать грешно. Мне что-то вот из этого хотелось что-то попробовать. Вот. Это вот, судя по всему, наверное, либо говядина, либо курятина. Скорее всего, даже, наверное, куриные, наверное. Чипсы, ну я посмотрю. А это явно, наверное, шея какая-то. Так, ну что. Нет повода, как говорится, не отметить свой переезд на дачу. А посему посылочка пришла вовремя. Слушайте, пахнет вкусно. Я вообще люблю вот эти штуки всякие, сыровялы. Знаете почему? Их, гляньте, как, какой тоненький кусочек, а. Я их люблю прям вот в лодку кладешь. В специальной у меня там есть ниша. Я туда кладу пакетик с сыровялом. И на рыбалке, милое дело, захотел есть, достал кусочек чипсинку, пожевал, и хорошо, и прям отлично. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не, ну раз мне прислали, я ж должен продегустировать. Пахнет вкусно. А, я все понял. Очень приятное, сладенькое и не очень крепкое. Это какая-то наливка. Ребят, мясо бомба. Просто бомба. Вот это реально то, что реально вкусно. Вот очень вкусно. Это очень вкусно. Но это я жене оставлю. Она любит вот подобные. А, и тестю. Это тестю с женой будет. Они любят вот такие не очень крепкие, но сладенькие настоечки. Я-то больше люблю напитки покрепче, слова покороче. Вот. Но попробовать надо. Раз человек прислал, значит, надо попробовать. О! Ладно, гулять так гулять. Я и вторую упаковку открываю. Мне просто уже реально интересно стало. Эти по суше явно прям такие. Именно чипсины-чипсины. Ух ты. А, какие. Смотрите. О. А вот это именно то, что я кладу в лодку. Вот. Вот это я положу в лодку. Потому что вот это будет в лодке спокойно лежать, с ним ничего не будет. Ну еще, ух, с перчиком прям, остренькие. Но вообще, это то, что под пиво хорошо. То есть, вот это хорошо под крепкие напитки, прям под рюмочку. А вот это под пиво. Под пиво бомба, просто бомба. Вот я не могу даже сказать, что мне больше понравилось, вот это или вот это, потому что вообще два разных продукта абсолютно. Тут два разных продукта. Вот это вот именно чипсы, а это вот именно сыровял. Такой вот именно. Это прям подсушено, а этот. Ну что, может, тушеночку? Открыть все-таки банку. Ладно, давайте попробуем. Я просто в прошлый раз был восхищен. А тушенкой, которую мне прислал, просто был восхищен.
То есть для меня это было вообще открытие, что люди вот делают такую классную тушенку. То есть настолько вкусную. Прям вот... Короче, все равно мне тут что-то есть надо. Поехали. Эх! Та-да-да! Ребята, это вообще чистейшее мясо. Вот чистейшее мясо. А. Говорят, кто ест с ножа, тот злой. Не верьте, я добрый. Коля, во! Вот это круто! Вот это, ребят, очень круто. Это даже не тушенка как таковая. Ну как именно тушенка? Ну тушенка! Что значит не тушенка? Если это тушеное мясо, значит это тушенка. Но оно не растушено. Это мясо, которое надо жевать. То есть оно именно вот как будто вы сварили мясо хорошо, так протомили, но при этом оно еще остается довольно плотным. То есть это куски прям, вот смотрите, какой кусок. И он плотный, то есть его надо жевать зубками. Не, я так могу всю банку сожрать. Я вообще, если честно, голодный, потому что время сейчас уже, наверное, 4:30. Я еще ничего не ел толком. Я поехал на дачу и забыл свой рюкзак со всем съемочным оборудованием. То есть только камера со мной была. Свет, звук, все, вообще все. Вот аккумулятор, зарядку, все забыл. Отдельным рюкзаком все стояло. Позвонил жене, говорю, выезжай, следом вези. В общем, жена приехала с мелким. Привезли мне мой рюкзак. Так, не, я так не могу. Я еще съем всю. Вот это реально, ребята, это очень вкусно. Это можно просто даже, вот, хотите со спагетти, хотите там с рисом, хотите с каким угодно гарниром, а вообще просто на рыбалке открываете и просто едите. Вот просто едите. Вам даже ложку не нужна. Это все держится на ноже, как вы видите. Даже желе, соус, видите, как на ноже держится, не расплывается. Я поэтому и не стал ни вилку, ни ложку брать. Все грязно еще лежит. Все, мыть надо. Вот я гад, да? А вы смотрите, как я ем. А я ем, мне вкусно. Это однозначно 10 из 10. Засим, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте все, что хотите. Я погнал наводить порядок. Пока.